уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все монеты. Уважаемые зрители, в сегодняшнем обзоре мы с вами рассмотрим 2000 франков Камеруна Архангел Михаил. Друзья, перед вами современное чудо, которое превышает стандартные монеты весом в 2 унции. Она отражает суть небесного величия в беспрецедентном масштабе. С Архангелом Михаилом, изображенным в центре, парящим как святой, и драконом, удерживающим под его ногами. Каждая деталь от замысловатых гравюр до сияющей отделки является свидетельством высокого мастерства, стоящего за его созданием. В его основе стоит Архангел Михаил, символ непоколебимого мужества и небесной власти. Высоко поднятым крестообразным копьем он побеждает древнего змея, олицетворяющего вечное торжество света над тьмой. Его величественные крылья развернуты, он излучает силу и грацию божественной защиты. Основные моменты этой монеты – это эксклюзивный малый тираж, всего лишь 199 экземпляров. Высоко детализированная чеканка с античной отделкой, выбор цвета аверса, фантастический рисунок на обеих лицевых сторонах монеты. Название серии этих монет – «Небесный страж». Год выпуска – 2024. Высокий рельеф, цвет, античная отделка, номинал – 2000 франков. Содержание металла – 62,2 грамма. Проба серебра – 3/9. Страна – Камерун. Тираж – 199 экземпляров. Диаметр – 50 миллиметров. И стоимость на сегодняшний день в районе $350 США.